Сотрудники ФСБ совместно с другими ведомствами задержали еще одного взяточника. На этот раз им оказался представитель региональной полиции, один из руководителей Центра исполнения административного законодательства УМВД России по Ивановской области. Выяснилось, что задержанный, используя свое служебное положение, не единожды препятствовал проведению проверок в игровых клубах. Ежемесячно он получал от их владельцев деньги. Уголовное дело, конкретно получение должностным лицом взятки за незаконные действия, уже расследуется. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия на предмет того, кто еще берет взятки за покровительство игорного бизнеса. Рукой одну бери.